Мощный антициклон принес нам резкое похолодание и ледяной дождь. На дорогах гололедица. Потеплее только к концу следующей недели. А пока коммунальные службы борются с последствиями очередной непогоды. Гололедица, осадки и налипание мокрого снега на провода. В республике снова морозно. Виной всему мощный антициклон. Для нас это достаточно холодная будет воздушная масса, которая в пятницу уже по прогнозу в ночное время температуру воздуха мы ожидаем в районе 15 градусов и ниже. Днем температура будет до минус 10 градусов, но приднестровцев очередные морозы не пугают. Февраль месяц еще такой, мы же знаем, что морозный, снежный. Поэтому гуляю с удовольствием. У природы, как говорится, нет плохой погоды, но уже, конечно, хочется весны. Надоело немного вот это серое небо. К середине следующей недели немного потеплеет. Во второй половине недели мы уже прогнозируем ослабление морозов и, наконец, оттепели. Пока метеорологи прогнозируют потепление, коммунальные службы по-прежнему работают в усиленном режиме. Дорожное управление начало уборку ранним утром, когда был резкий перепад температуры и туман. В течение дня 10 машин непрерывно расчищали столичные дороги. Работаем с 4 утра. Наиболее максимальная загрузка пошла в часов 6 утра, когда началось выпадение осадков, добавленных. С момента начала россыпи израсходовано уже более 150 тонн песчано-солевой смеси. В штабеле на резерве находится около 500 тонн, что позволит нам эти два дня без вопросов обеспечить подсыпкой весь город. Как говорят метеорологи, минусовая температура еще вернется в республику. Ольга Голованова, Салават Шейхулисламов, Первый Приднестровский телеканал.